Машинное вязание приходит с идеей вязать то, что нравится. Мгновенно реализовывают свои хотелки и кажется, что идей много, но нет знаний, как их реализовать. Распирает желание создавать свое, а не копировать чужое. И поэтому на 4-м уроке первого вводного блока 9-месячного курса обучения вязания с нуля наши ученики получают возможность связать свое первое изделие, которое вам нравится и которое точно, гарантированно вам подойдет. Вы получите возможность реализовать свои знания, отработанные на 3 предыдущих уроках, на любом из 3 вариантов джемпера, связанных по одной выкройке. На мальчика джемпер рыцарь, на девочку джемпер мотылек с оборками или джемпер мотылек однотонный, на котором вы сами можете проявить себя дизайнером и наложить на него любые узоры, полоски или связать таким же однотонным, как на мне, или связать на себя. Кстати, вязать в мини-формате совсем не проще, зато гораздо быстрее. И если у вас эффективно отработаны все 3 предыдущих урока, вязание любого из 3 вариантов джемпера не вызовет у вас проблем. По итогам первого блока из 9-месячного курса вы научитесь читать рапорты, вязать в ручном варианте фанги, ажуры, жаккарды, делать расчеты прямых изделий. Но самое главное, вы привыкнете к своей вязальной машине и перестанете бояться, ожидать от нее ошибок, сброшенных петель, рваных нитей и прочих очень неприятных и неожиданных подстав. Вы перестанете бояться ошибок, перестанете бояться осуждения ваших близких за неспособность справиться с простейшей техникой. Появится уверенность в своих силах и понимание того, что для того, чтобы вязать на вязальной машине, не нужно быть гением. В конце первого блока вы сможете оценить отзывы учениц, которые пишут, что когда начинает получаться, бегут скорее домой, чтобы быстренько подвигать на машинку, невозможно оторваться. И по итогу обучения первого вводного блока вы поймете, нравится ли вам вязание на вязальной машине вообще, ну и обучение в нашей школе вязания в частности. Специально для тех, кто еще не готов проявить себя дизайнером и избегает ярких цветов и их комбинаций, мы ввели в курс однотонное изделие, но предложили к нему 3 типа рукава. Поэтому, даже если у вас нет кукол и маленьких детей, и вам не нужны яркие изделия, вы отработаете дизайнерские и вязальные приемы на изделии, которые подходят любой фигуре. Все подробности о курсе под этим видео.